Рождественской ночью усталый мир спал. Никто о младенце рожденном не знал. И лишь пастухи, слыша ангельский хор, с молитвою подняли к небу свой взор. Для матери сын был и дорог, и мил. Дитя на руках, о блаженнейший вид. Нет женщины в мире счастливее, она у груди держит счастье свое. А тот, кто в объятиях нежных затих, вселенную держит в объятиях своих. Такого младенца встречала земля на тихих ночных Вифлеемских полях. И в мальчике этом пришел к нам с небес наш Бог и Спаситель, Творец всех чудес, великий, сильный, всесильный Господь. Он принял людскую обычную плоть. По виду он стал, как простой человек, и славу свою при рождении отверг. Обычным ребенком родился и рос, пришедший на землю с небес наш Христос. Пришел он во всем, уподобившись нам. Пришел и сказал: я покой людям дам. Пришел, чтобы взять на себя нашу боль. Пришел, чтоб сказать нам, что Бог есть любовь. А тот, кто в объятиях нежных затих, вселенную держит в объятиях своих, такого младенца встречала земля на тихих ночных Вифлеемских полях.